Казанском государственном институте культуры полным ходом идет фестиваль короткометражного кинотелефильма «Иди и смотри». В этом году он особенно важен, так как приурочен году российского кино. За 3 года работы фестиваль привлек внимание не только казанскую молодежь, но и участников других городов. Каждый из них пришел, чтобы получить профессиональную оценку своей работы со стороны опытных специалистов. Мы сделали очень огромный шаг вперед. Это собрали более 100 работ по всей России. Также пришли, значит, к нам работы из-за рубежа. Вот. Также есть работы из Донбасса и Луганска. Участники представили свои работы по разным номинациям. Это и лучший продюсерский проект, детский, игровой и документальные фильмы, музыкальный клип и рекламный ролик. Особый интерес среди участников вызвала номинация «Лучший ТВ-проект». Я представляла свою дипломную работу, которой я в школе телевидения раньше занималась. Вот, я решила, что она, мне кажется, достойна быть на фестивале. Как раз фильм, который я хочу снять, именно короткометражный, он социальный будет. Мало кто снимал про гараж, и мало кто знает как бы об этом направлении. Целью этого проекта являлось тем, чтобы показать, какие в Казани есть интересные мероприятия, которые необычные со своим форматом, куда интересно сходить студентам. Многие отметили, что определиться с выбором номинации было непросто, и после оценки эксперта планируют предложить проект на действующие телевизионные каналы и продолжить работу. Они уже готовы предположить, как. Наши продюсеры, вот моя группа, мы все вместе работаем. У нас даже есть такая фраза: всегда делают только продюсеры, все делают только продюсеры. Они снимают, они хлопушка, они процесс подготавливают, ну, делают все. Мы все вместе как-то пытаемся работать. Пока еще реализовать мы не можем ничего. У нас фестиваль на фестивале. Сейчас, когда закончится этот фестиваль, мы планируем уже наконец-таки снимать наши первые фильмы. Участники фестиваля в своем большинстве студенты абсолютно разных курсов с навыками и без. Но, тем не менее, их объединил общий интерес. На суд жюри уже представлены работы юных режиссеров, продюсеров, операторов, мультипликаторов и других начинающих деятелей экранного искусства. Аделя Мухаммедшина, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. We'll be right back.